недавно приехал к отцу в деревню. Иду по улице. Блин, на столбе объявление. Я гляжу, отдам тещу в хорошие руки. Еще бы я телефончик не сорвал. Я 30 лет мечтаю свою пристроить. Желательно в нехорошие руки. Чтобы наверняка не вернулась. Ну, я же не знал, что у этого полоумного старика, который объявление написал, у него лошадь теща зовут. Идиот, ну хоть бы кавычки поставил им. Вся деревня его кобылу знает, а я-то не знаю, я к своей кобыле думаю. Из плоти и крови. И пирожков с яйцами. Прихожу домой, отца нет. Думаю, позвоню деду, телефон же есть. Звоню, говорю, вы тещу отдаете? А он так бодренько, а вы хотите взять? Я говорю, да боже упаси, от своей бы избавиться. А дед говорит, а у вас тоже кобыла? Я говорю, еще какая. Он говорит, а сколько ей лет? Я говорю, я не знаю, но по моему глубокому убеждению, она уже лишняя живет давно. Дед говорит, а сколько ей лет, узнать легко. Я думаю, как это? Сколько ей лет, узнать легко? А интересно узнать, сколько осталось. А сам у старика спрашиваю, а вы не скажете, как узнать возраст? Дед говорит, просто берешь ее за морду. Я думаю, ни хрена себе заход. Если я тещу беру за морду, то сразу получаю по своей. А он продолжает, говорит, отгибаешь нижнюю губу. Я говорю, стоп. Огибаешь губу у живой. Старик говорит, конечно, у живой. Ты чего, парень? Я думаю, если я у своей тещи губу отогну, она тут же отогнет мне что-нибудь в ответ. Притом отогнет безвозвратно. А дед продолжает. Значит так, ты с ней построже. Чуть сбрыкнет кнутом по спине. Пускай руку хозяина знает. Я думаю, ну это я сотни раз проделал в мечтах. А наяву я один раз ее шнурком задел. Так у меня до сих пор текстура правого уха точно копирует дно сковородки. А, слышь, дед говорит, а твоя кобыла какого роста? Я говорю, блин, где-то 1.60 м. Старик, о, мелюзга. Моя 2 метра в холке. Я думаю, тут 1.60 м толкнет, не подымется. А 2-метровая у меня до работы докинет. Дед говорит, моя ест хорошо. У ей желудок 2 ведра. Ну, думаю, моя примерно так же. Дед говорит, а ты ей овса хорошего давай. Я думаю, о, счастливчик, а? Теща овсом не брезгует. А у нас дома, судя по консистенции каши, на овес налегаю только я. Старик говорит, слышь, кормление не главное. Тренировать надо. Я говорю, а как тренировать? Научите. Дед говорит, а на что у тебя не объезжено?
Я говорю, конечно, не объезженный. А сам думаю, как это моя теща может быть объезженная? Зелье за час на лесопеде не объедешь. С ним в коридоре встретишься, все равно, что с электричкой в тоннеле. Если в технический карман не нырнешь, по стенке размажешь. Дед говорит, я свою тещу вовремя объездил. Теперь не нарадуюсь. Она у меня даже в скачках участвовала. Я говорю, извиняйте, как это в скачках? Старик говорит, обычно бегала на перегодки с лошадьми. Я говорю, небось, отстала на километр. Он говорит, нет, третья пришла. Я говорю, а что ж не первая? Да ей этот жокей тяжелый попался. Я говорю, ладно, заливать, что? На ей что, человек ездил? Старик говорит, ну, ты что, как с дуба рухнул? Ты что, не знал, что на их верхом можно ездить? Я говорю, как верхом? На спине, что ли? Он говорит, а на чем еще? Закрепляешь на спине седло, садись в него, кобылу с бок пятками бах, и катайся на здоровье. У меня же в голове картинка нарисовалась. Моя теща идет с базара с двумя сумками, а я у нее на спине вот сюда. И шпорами в бока ее. Бах, бах. Дед говорит, только ты ее в галоп сразу не пускай. Километр 10, а проскочит. А с непривычки может потом сдохнуть. Я, конечно, всякое в мечтах себе представлял. Но чтоб галопом на теще, это уж какое-то райское наслаждение. Дед говорит, слышь, а я свою тещу люблю. У меня до нее еще две были. Ну, я их на колбасу сдал. Я говорю, алло, как на колбасу? Чего? Дед говорит, да обычное дело. Ты что, не знал? С них очень хорошая колбаса получается. Вкусная. Блин, думаю, как же. Оказывается, в деревне многие семейные проблемы колбасный цех решает. А сам говорю деду, у меня такое ощущение, что мы с вами о разном говорим. Опишите мне свою тещу. Старик говорит, ну, теща как теща. Кобыла, голова вытянутая, сухая, большие живые глаза, широкие ноздри, длинная мускулистая шея, большие заостренные подвижные уши. Я думаю, ну просто один в один моя теща. Дед говорит, ну что, заберешь мою кобылу? Я говорю, да что вы, не, мне свою пристроить. Старик говорит, значит так, если не жалко, сдай ее в колбасный цех и не мучайся. Я говорю, а как это сделать? Ночью? Он говорит, что ночью? Днем привози. Вполне легальный бизнес. У тебя примут, взвесят, получишь деньги и давай. Я говорю, что еще платят за это? Дед говорит, слушай, ты как с луны свалился. Мясо есть мясо. Я бросаю трубку, пулей в город, плету тещи какую-то ерунду. Утром привожу ее к колбасному цеху. Дальше уже даже рассказывать неохота. Меня с разделочного стола ОМОНовцы спасали. Притом на все мои конечности теща уже успела колбасную кишку натянуть. И пусть я еще жив, но теперь мои бабы на меня такой хомут надели. Пошу, как сивый мерин.
ем один овес. Иногда от ужаса заржать хочется. А сил нет. Ах, нет.